В одной деревне жил-был мужичок-рыбачок со своей женой. А рядом с ними, на лесной опушке, жила хитрая лиса, которая все время у рыбачка таскала рыбку. Как-то раз под Новый год нарядил мужичок елку. Вот как. Хорошо. Вот как. Вот. О как. Хорошо. Вот он жене и говорит: а пойду-ка я рыбу ловить. Услышала лиса, что мужичок на рыбалку собрался. Выбежала она на дорогу, растянулась поперек и прикинулась, совершенно неживой. О! Увидал мужичок лису. О! Говорит: жене воротник на пальто. За
закинул в лесу в сани, так они вместе до рыбалки и докатились. Рыбачка-то, да еще под Новый год найду. Ну, значит, сам тебе рыбки налови. Опусти хвост в прорубь, да пой что-нибудь веселенькое, чтобы рыбу подманить. Поплелся волк в освояси. Вот как.
что-то прицепилось к хвосту. Пора подсекать. Подумал волк. Дернул хвост. Не идет. Дернул еще разок. Никак. Тут волк уже запаниковал. Помогите! Хвост с рыбой не вытаскивается! А на самом деле знаете, что произошло? Пока волк песни пел, прорубь замерзла. И хвост приморозился. Ладно, кума, говорит волк, зови мужика. Видишь, безвыходное положение. Мужичок-рыбачок за лису, лиса за волка, волк за хвост. Тянут, потянут, вот вытянуть не могут. Хорошо. Позвал мужик жену, а та жучку, а та кошку, а та мышку. И как они все вместе дернут и вытянули наконец хвост. Ну, без рыбы, конечно, но зато ведь в елочных игрушках. А тут как раз Новый год наступил. Хорошо. Вот как. А, вот как. Вот. Вот я и говорю, что на Новый год главное правильно елку нарядить. Все-таки елка главная, а не угощения.